дорогие зрители, доброго всем времени суток. Мы снова встречаемся в студии прямого эфира телеканала «Союз». Сегодня в первой половине дня с вами буду я, Дмитрий Бродовиков. Постараемся с пользой провести этот день, посмотрим познавательные программы, увидим интересные сюжеты, будем искать ответы на волнующие вопросы и вспомним, чем примечателен сегодняшний день, 22 января. Будьте с нами. Друзья, настроимся на восприятие прекрасного. В этом выпуске программы «Четверть часа» вас ждут музыкальные подарки и даже балет. Но обо всем по порядку. 24 ноября прошлого года по благословению ректора Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископа Петерговского Амвросия в актовом зале этого учебного заведения прошел отчетный концерт учащихся старших курсов регентского отделения. Для будущих регентов церковных хоров отчетный концерт – это важная контрольная точка на пути к итоговым экзаменам и свидетельство успешного освоения учебных программ. Вашему вниманию мы предлагаем выступление камерного хора Академии, который исполнит русскую народную песню «Колокольчик».
Спасибо хористам и нашим коллегам-телевизионщикам с берегов Невы. Идем далее. В Екатеринбурге есть гимназия, которая носит имя Сергея Павловича Дягилева. Это русский театральный и художественный деятель, один из основоположников группы «Мир искусства», организатор русских сезонов в Париже и труппы «Русский балет Дягилева». Соответственно, есть гимназии и хореографическое отделение. Судить об уровне подготовки учащихся можно, в частности, по видеозаписи отчетного концерта 2013 года, любезно предоставленного нам этим уникальным учебным заведением. Звезды, звезды, откуда такая тоска? У зеркального пруда белая томится лилия. Кто занес ее сюда, в мировое одиночество? Адрес, возраст, имя, отчество и фамилия. Одиночество мое, одиночество твое, наше, ваше, их одиночество. Вечер благостен и тих. В небе празднично прозрачном первая зажгла звезда, а за ней вторая, третья, сотни, миллиарды звезд, звезды, древние пророчества, музыка астрологическая и тоска. Одиночество звезды, одиночество мое, одиночество твое, наше, ваше, их одиночество. Хорошо, когда человек получает разностороннее образование, когда это не только сухие знания, хотя и без них тоже не обойтись, но и культурное, духовное просвещение. Ну и напоследок еще одна видеозапись. Есть такой ежегодный конкурс, фестиваль молодых исполнителей славянской народной песни «Оптинская весна». В прошлом году на нем выступал оригинальный музыкальный коллектив «Калина Фолк». Предлагаю посмотреть и послушать, как звучит песня «За тихой рекою» в их исполнении. За тихой рекою, в березовой роще, распустится первый весенний цветок, и я загадаю желание попроще и перекрести. Взгляну на восток, окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над нами взойдет, и белая птица взлетит на землёю.
что-то большое откроется сердцу, такое, что жизнью моей опять и станет спокойно. Пожалуй, на этом мы завершим нашу сегодняшнюю музыкально-хореографическую программу. Оставайтесь с нами, эфир телеканала «Союз» продолжается.